если вам мешает реклама, вы можете закрыть рекламное сообщение, просто нажав на крестик в верхнем правом углу рекламного блока. Сука. Вот бляха мы. Сезон охоты на лису, волка и куропатку еще открыт. Приходите в Байонайт. Есть все российские новизные калибры. Нам уже поступили патроны калибра 7.62. Барнаул и Новосибирск. Патроны для мелкашки Фьёки и... Охренеть, охренеть! Блядь! Ох, блядь! Юра, тут пиздец весело! Тормози, блядь! Тормози, блядь! Thank you.
это да! Мы находимся на таможне русско-украинской в районе Новоазовска. Вот что, собственно, находится в стороне таможни. Если кому-то видно. Вот что находится в сторону России. Перемет до 2 метра, по этому сугробу можно даже ходить. Мы, значит, живем здесь уже третьи сутки. Вот, перебегая иногда в заправку, заправляемся с помощью суперканистры. 5-литровой канистры, купленной на этой же заправке. Потому что доехать до заправки невозможно, она просто забаррикадирована снегом. Вот. Как бы власти сообщают, что все хорошо на дорогах, но тем не менее на дорогах просто дорог нет у нас на данный момент. Мы сейчас стоим прямо посередине дороги. Когда официальные источники сообщили, что не знают, когда к нам будут вообще, когда до нас доберутся. Поэтому вот всем, кто интересуется данной ситуацией на дорогах, вот актуальная информация.